Всем привет, с вами Квадрат, мы продолжаем проходить игру Fallout 4. В прошлой части мы остановились возле форта, там уже вот бегает Ник. И, собственно, мы сейчас будем его брать. Наверное, потому что там Келок, и поэтому я достаю ружье. Одну турель мы уже сломали. Где-то шмаляет еще одна. Короче, штурм Белого дома. А, вон турель, все. Теперь я ее заметил. Достанем оружие помощнее. Вот это вот. Будем ее расстреливать. Ну что ты делаешь, блин? Я уже думаю, может идти лучше без него. Все скрытно зачистить. Взорвали. Так, вообще мне нужен пистолет с глушителем, я думаю. Еще одна турель. Мы ее не простреливаем здесь. И на нас. Так. Ну, мы все-таки попробуем. Отлично. Ты что за... Так, меня напрягает полосочка наша, поэтому я думаю, лучше принять антирадин. Антирадин. Вот так вот, и все. А, там наш песик уже, он бегает наверху, значит, можно подниматься. Так. Что мы тут имеем? Патрончик, катушка. Улучшенная карта наведения. Поднимемся повыше. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще одна турель. Я ничего в кого от страха себе... Стимулятор. У нас их осталось два. Это плохо. Отлично. Скрытная атака. 2х урон у нас прошел. Ух ты, блин. Нас обстреливают вообще по полной. Но мы круче. Поэтому мы победим. Все, вроде больше нигде нету турелей. Турели сняли все. Я надеюсь, нам эти запчасти потом куда-нибудь пригодятся. Мы их устроим, пристроим куда-то. Форт Хаген. Можно зайти сверху, как я понимаю. Что у нас там с местом? А, 246 из 270. Ну, нормально. Сейчас спустимся только вниз, вот сюда. Я думаю, эти запчасти нужны, чтобы потом самому собрать турель. Их же можно вроде бы собирать. Будем заходить сверху. Я надеюсь, Ник нас не выдаст. Ну, в любом случае, если что, на себя он будет принимать урон, мы только будем подстреливать. Поехали. Сразу присядем, обыскать Форт Хаген. Вас не видят. Стеклянный кувшин, пепельница, журнальчик, пистолеты и пули. Огнестрельное оружие наносит на 5% больше критического урона. Хорошо. Кролик такой забавный нарисован. Я, кстати, хочу себе очень сильно лазерную пушку уже. Они мне нравятся. Фаршированные яйца. Там роботы разговаривают какие-то. Ну, я слышу уже, что
Из-за ника нас спалили. Я говорил, лучше идти одному все, наверное. Ты вообще дно, короче. Синты? Ух ты, ё-моё. Так, я попал, да? Да. Все, минус. Не попал. Какие-то у них пушки-то тут, я смотрю. Что за... Мне нужна пушка, у которой скорострельность быстрее. Иначе нас здесь похоронят. Вот ник уже развалился, собственно. Поднимайся сам. Я за тебя не ручаюсь. Не надо было нас сдавать. Ядерные батареи у них здесь есть. Институтский пистолет. Институтский карабин. Давайте возьмем. Посмотрим вообще, что это такое. И пистолет тоже. Может, продадим потом. Так, 262 из 270. Ядерные батареи. Продвигаемся. Ух ты, блин, пока вовнутрь. Хевак приказывал ликвидировать вас. Хорошо. Вот так вот. Ник вообще ходит просто как дома. Это последняя миссия с тобой. Понял? Я больше с тобой никуда не хожу. Так, здесь-то у нас ничего нету, да? Опасность. Здесь написано опасность. Ух ты, блин! Ваше здоровье на исходе. Ты вообще дерьмоед. Иди давай, выходи. Все, взорвали. Так, давай-ка знаешь что? Почему тебя послать-то домой нельзя? Мы не можем его отослать домой, так что ему придется идти с нами. А мне придется сейчас что-то жрать, потому что у меня вообще здоровья нету. Насколько они поднимут нам здоровье? Смотрим что-нибудь такое серьезное. Сухарики. И придется колу дернуть. Нормально. А вообще лучше, чем стимулятора, похоже, здоровье подняла нам. Что, спустимся здесь? Внимание. Ой-ой-ой-ой. Все здесь очень опасно. Непредсказуемо. Блин, ты давай спускайся уже там. Ходит он опять. Ой-ой-ой-ой-ой, как ты меня напугал. Вас с ником перепутать вообще... как два пальца. Напрягает меня здесь ходить без, тем более, боеприпасов. Синты это вообще бешеные. Им без разницы. Сейчас ника там расстреляют, пока мы тут денежки собираем. А я заблудился. Так. Стреляем, так сказать, вслепую. Сейчас мы огреем засранца. Закрыто на цепочку, написано с другой стороны. Я думаю, сейчас он должен выйти. Вот там на радаре цели двигаются. Если так послушать, нам еще кто-то в спину стреляет. Бурбон. Так, пиво. Все, выключаем радио. Шкафчик. Ну, пока там война идет, я решил взломать шкафчик.
Вот так вот просто. Ну, собственно, замок-то и легкий. Кожаная броня. Металлическая. Места у нас, места мало, поэтому здесь оставим. На цепочку закрыто. Там у нас турель. Все. Турели больше нету. Че ты меня напугала опять? Это турель или человек? Ну, то есть синт. Синт. Все-таки это синт. Ждем его. Сейчас он подойдет. Или нет? Как я понял, я здесь со своей винтовкой вообще вкурю. Хорошо, что я взял вот этот автомат. Так, ядерная батарея. Форт-то такой, как бы, ну, вроде неплохой. Стимулятор нашел. Это хорошо. Так. Пока турель нас не видела. Бежим! Что ты будешь делать, а? Автоматический институтский пистолет. Нам нужно что-то принять. Бурбон. Колу будем пить. Вот так вот у нас здоровье восстанавливается. Здесь какая-то лаборатория, даже можно сказать. Горелка бунзена. Возьмем. Военная электросхема. У нас заканчивается место. Так что придется ограничиться сбором предметов. Это у нас какой-то ящик, я видел там. Что ты будешь делать? Надо понежнее, понежнее. Вот так вот. Sweet. Бутылка с коктейлем, осколочная и мина. Эй-эй-эй-эй-эй. Да что ты будешь делать? Ловушка. Попались мы на ловушку, я ее не заметил. Так, мы продолжаем. Мы здесь обыскиваем форт, да? Обыскать форт. Хорошо. Тогда нам сюда, по-моему. Дабы не попасться в какую-нибудь дичь, буду щелкать вот. Ух ты, что ты будешь делать? Черепашка ты сраная. Все, так вот хорошо. Хватит трупы возить, а? Потихонечку успеваем обыскивать. Вообще так-то интересная игра, очень нравится мне. Я просто думаю о том уже, как буду обустраивать дом, и поэтому лучше собирать какие-нибудь всякие предметы, чтобы потом можно было украсить. Мины собирать мы не можем, поэтому я их буду взрывать. И если бы не вот, я бы наступил, наверное, на эту мину. Терминал. Давай, открывай. Ну ты будешь открывать, нет? Ну? Так. Как тебя попросить-то говорить? Да, беспокоит. Мысли, неважно, отношения. А, отпустить, вот у нас есть мысли. Отношения. Ну ладно, а то я тебя уже хотел было отправить обратно, но передумал. А терминал ты мне, засранец, взломать не хочешь никак. Я вот все беру предметы и боюсь, что сейчас все, край.
Он уже скоро наступит. Тут везде бегают синты. А, это та дверь, которую мы не смогли открыть сразу. Вот здесь еще какие-то лежат у нас. Как все попасть-то? Ну, очевидно же... А, вот эту дверь, наверное, открывает терминал как раз. Необходим высокий... Необходим высокий... Что там, способности хакер, да? Высокий уровень способности хакер, да. Не сможем сейчас открыть. Ну, ладно. Лифт. Ядерная батарея. Так, на чеку, надо быть на чеку. Поехали, дружок. Спуск? Я думал, мы вверх. О, люк. Интересно. Пока я смотрел в люк, нас могли расстрелять. Турель и синт. У меня есть идея. Сейчас возьмем гранату. Только сидим, готовый завтрак. Брашка, брашка, бурбон. Секундочку, я пока не атакую, потому что... Грязная вода, вот она зачем нам? Блин, ну она так-то неплохо восстанавливает. Радиация 7 идет. А вес? Пофигу, придется пить грязную воду. Все-таки... Живем-то... Не совсем еще хорошо. Чтобы пить только чистую. Тесак, сердечко. Хорошая вещица. Так, граната. Вот, граната. Так, чтобы кинуть гранату. Полетела! Турель не сломалась, нет? Нет. Зато у нас неплохо тут отрешители опять. Лучше бы расстрелял. Так, синт. Ник, только не поднимай свою черепушку. Что-то у меня под ногами все болтается. Какие-то там шмотки. Помощь, 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 помощь. Ментаты. Что делают они? Смотрите. Сидим. В голову стреляем. Хорошо. Только нехорошо, что здоровье у нас опять ушло. Коу дернул. Вот коу мне нравится вообще. Смотрите, как восстанавливает здоровье. Прекрасно. Превосходно. Здесь только всего просто... Что вообще... Чистящее средство нам не нужно. Грязная вода. Возьмем, в принципе, грязную воду. Верстак для создания брони. Верстак для создания оружия. Тут я бы сказал, целый, блин, этот форт с, как сказать, со всеми приспособлениями для гангстера. Да. Именно так. Вниз у нас ведет дорога. Из морозильной камеры. Это все-таки он, значит, это был Келок. Понятно, ну все, тварь, я иду к тебе. Бойся меня. Бойся меня, у меня есть кола. Так, я надеюсь, меня она не заденет еще пока. Ждем, как... Она закончит действовать, и будем заходить. Келок. Он меня бесит уже. Плита. Пишу я, машина, это он убил мою жену, так что... Он стопудово сдохнет. Импульсная граната. Поставим ее. Чтобы она у нас была в рабочем состоянии. Где она? Импульсная граната. Крышка.
Может, я стимулятор где найду? Ну, это ланчбокс. Легкий замочек. Найдем сейчас что-нибудь хорошее. Yes. Патрончики нашли. Новый уровень. Потом прокачаем. У нас сейчас здесь бой. Стимулятор опять нашел. Надо поставить их в быстрый доступ. Стимуляторы. Вот он. У нас их сколько? Два. В избранном уже стоит. Так, спускаемся. Потихонечку. Не успела турель оклематься, как ее уже не стало. И вот, собственно, ее корпус прилетел к нам. Толчок непонятно для чего здесь стоит. Интересно, он там сыкует, нет? Ждет нас? Убирайся. Я тебя уберусь, блин. Командный центр базы Форт Хаген. Сейчас надо к чему-то приготовиться, потому что я не думаю, что будет просто его взять. Командный центр. Тем более, если там Келок. Но мы круче, и мы победим. Где мой напарник, блин? Здесь трупы везде валяются всякие. Gave you 50-50 odds of making it to Diamond City. After that, figured the Commonwealth would chew you up like jerky. Он вообще недооценивает меня. Нельзя недооценивать врага. Синт. Здесь ходит синт. Сдох. Еще один там в нас стреляет. Помогал бы хоть бы Ник. Импульсная граната. Посмотрим, как она работает. А Ник это тоже парализовало у нас. Сейчас подождем, пока он встанет, потому что стимулятор я в него тратить не буду. Он тут уже поднялся. Импульсная граната парализует синтов. Шоковый пруд. Вот это уже интересно. Здесь аккуратно надо передвигаться, потому что... Не очень здесь помещение. Тем более мы не знаем, где здесь кто. Все. Средняя атака 2х убила просто, моментально. Чего я пытаюсь добиться? Тебя. Мягкая подушка. Вот это я возьму. Патрон. Ядерный блок. Ядерная батарея. Топливо для огнемета. Вот это хорошо. Вот я не могу бежать. Придется что-то выбрасывать. Я даже не знаю, что. Помощь. Приказы супермутанта. Убить, ограбить, вернуться. Ну, нормально. Хорошие приказы. Вес. Шкура. Вот шкура очень много весит. Сколько стоит? Цена недорогая, а весит много. То есть, выкидываем. А, что еще? Что еще очень критично весит? Пачка сигарет. Вес. Вес. Три. Канистра. Канистра, блин, тяжелая. Стали масло. Имеет она. Военная электросхема. Вес 2. Проводка. Если разбирать. И вот эти вот сканеры. Ядерный материал и асбестоптик.
тактическое волокно. Пока вот так вот будем передвигаться, но с учетом того, что не будем больше ничего брать. Очень сложный код, очень легкий замок. Блин, аккуратнее надо. Вот так вот. Хорошо. Что здесь у нас есть? Двойные деньги. Камера. Камера. Коробка со шпильками. Деньги. Коробка. Деньги. Деньги. Ограбили. Так, еще. Средство, я не знаю, зачем нам нужно. Ну, квартира у нас грязная. Вернее, щель. Что ты делаешь? Ой, я не заметил, он сзади, оказывается, есть плюшка, первая помощь. Хорошо, что Ник открыл дверь все-таки. Все, отсюда мы все взяли, да? Так. Новый уровень у нас есть. Потом прокачаемся. Пока будем идти. Хорошо. Кто-то там еще. Синт, по-моему. Минус. Вот сейчас используем стимулятор. Так, бутылка пивом. Пиво разбросано просто так. Пиво. Где у нас? Его у нас, кстати, много. Что нам это вообще дает? Где оно у нас, пиво? Пиво, пиво, пиво. И вес, кстати, занимает. Набухались, идем воевать. Чья там цель исчезла? Я помню, что вот здесь вот еще одна дверь была. Наверное, закрыта, да. Поэтому мы идем в обход. Зажигалка. Зажигалки тоже собираю, но если что, потом разберем их. Пойдем, Ник. У нас еще работа. Ядерная батарея, институтский карабин. Продам их потом. Место. 273 из 280. Это от пива, что ли? Увеличился. У нас объем вещей. Ну. Вот так вот, хорошо. Канистра опять. Я думаю, выкину я канистру, потому что... Куда я сейчас с ней? Где она? Потом заберем отсюда. Блин, сильно натянулась шпилька. О, хорошо. Разводной ключ. Мы так в спешке обыскиваем, все понятное дело, что можем что-нибудь хорошее пропустить. Самодельный аккумулятор. Интересно. Для чего-то он нужен. Так, он убрал, да, у нас турель здесь. Пока мы обыскивали, где-то она здесь висела. Или здесь не было турели. Ратикс. Ничего себе. Вот это подарки. Это похоже, знаете, на что? На медицинский центр. Здесь, наверное, больные лежат. Стекло не разбивается. Минус разработчикам игры. Что здесь есть полезного? Пупс!
Превосходство в огневой мощи, залог мирного разрешения конфликтов, критический урон при использовании энергетического оружия повышен на 25%. Это круто. Дома буду расставлять пупсов. Хлебница не нужна. Или нужна? Нужна. Домой ее поставлю себе. Сенсоры обнаружили врага. Где ты, Синт? А, вон они побежали. Надо помогать Нику. Ничего, он так-то серьезно бьет его. Хорошо. Ой-ой-ой. А, это Ник. Припал там. Хорошо. Почему мы медленно идем? А, у нас эффект пива, наверное, кончился. Изолента. Зуб. Жестяная банка. Военные деньги. Медь. Высокая колба. Вот электросхемы еще много весят, засранцы. Бутылка бурбона. Ядеркову тут нету. Нам нужно на базу после форта будет сгонять, чтобы скинуть предметы. Сначала сюда зайдем. И что мы здесь нашли? Изолента. Пароль арсенала базы Форт Харген. Нормально так, в ящичке где-то сбоку. Так, что здесь у нас? Сейчас помешают нам прочитать, что он говорит. Ловите, друзья! Попали, нет? Да, один попал. Второго так убьем. Ой, нам нужен стимулятор. Еще стимулятор. Давай, вылазь. Отлично. Ну, он уже бояться начинает нас. Хорошо. У нас есть пароль Кевак. Ага. Сейчас мы будем заходить. Водочка. Туалет. Бутылка пива. Так. Это что ты будешь делать? Турели эти висят. Даже очень незаметно, я бы сказал. Сейчас посмотрим, куда ведет вот эта дверь. Радыкс. Здесь запасы целые. Стимуляторы. Это хорошо. Я люблю стимуляторы, особенно когда они бесплатные. Так, сломали отмычку. Я бы, я думаю, ограбил бы целый караван со стимуляторами. Если бы у меня была такая возможность. Серебряные карманные часы. Плюшка. Коробки со шпильками. Я просто уже мастер по взламыванию замков. Еще нет, не совсем.
Да что ты будешь делать? Ничего, сейчас поддастся. Ну блин, а? Еще немножко. Вот, отлично. Так, здесь у нас что? О, господи, это автоматический лазерный пистолет. Вы видели, да? Ядерный мини-заряд. Офигеть. Патрончики. Да! Это толстяк! Черт возьми, я нашел толстяка. Это который стоит 13 тысяч. Да, прямо у самого Артура того. Офигеть. Ну все, Келок, держись. И держи свою задницу. Правда, у меня слишком много вещей. Сейчас буду выкидывать вообще все. Главное, унести бы толстяка отсюда. Придется даже вот эти сканеры выкидывать все нафиг. Бутылки бурбона. Бутылки пива, если бы я знал, что они бесполезны, я бы их не собирал. Вакуумная лампа нам тоже не нужна. Высокая колба, стекло нет. Горелка какая-то. Выкидываем тоже. Что у нас тут еще занимает место? Жестяные банки. Зелента. Вот катушка. Так, коричневая бутылка. Коробка сигар. Пачка сигарет. Плюшевый мишка. Нет, мишку я не выкину, это точно. Пластмасса. Хлебница. Зачем нам хлебница? Чистящее средство тоже не нужно. Кожа. Так. Штатив для мензурок. Смотрим, что еще можем выкинуть. Приличного такого. Пупс. 300 монеток стоит. У меня два пупса. Так, что мы можем выкинуть из этого? Урон 468. Вот давайте вообще возьмем его в руки. Это капец просто. У нас есть патрон, так что надо не стрельнуть случайно. Это вообще тема. Это вот прям на крайний случай, если что. Всякого хлама из нас выпало. Хлебница. Так, ну мы все равно не можем бежать, потому что у нас все-таки все перебито. Шоковый пруд. Вес 2. Что вообще за пруд? Давайте посмотрим. Возможно, выкинем его. А насколько он стоит? Цена 30. Ну ладно, хрен с ним, выкинем. Ракетницы. Пробивающий лазерный мушкет. Охранный пруд. Он нам тоже не пригодится. Осколочная мина. Миниган. Вот миниган весит капец как много, но... Вот здесь его выкидывать как-то, ну, не очень мне хочется. Так что оставим. А потом все просто вернемся и... заберем свои шмотки, скажем так. Все, отлично. 261 у нас вес, можем продолжать. Институтские карабины, блин. Пойдем, Ник. Пойдем воевать, друг. К Келогу прямо, у нас есть одна ракета целая. Можем шмальнуть, если что. Так, что у нас тут? Желтое пальто. Вернемся, потом все заберем. Обязательно. Свое добро. Мигает что-то вот тут все. Ядерная батарея. Ну что? Уже близко, я чувствую это. Опять коробка с боеприпасами.
Он, наверное, специально туда положил толстяка, чтобы я набрал предметов и не смог дойти до него. Поговорим. Ну, теперь он точно дал заднюю. Очканул, приятель. Карандаш, радио. Камера, коробка сигар. Это все надо унести будет. Я все в костюме приду, в силовом. Так, ну что, давай поговорим. Если это не ловушка, конечно. Я вижу тебя. Келок. Чмо. Я убью его. Я убью его за свою жену. То есть он все это время сидел здесь, да? Через вот эти вот сетки, когда мы там проходили, он был здесь уже. Ну и... Where is my son? Where is Sean? Pal, I'm just a puppet like you. My stage is a little bigger, that's all. Sean's a good kid. Bit older than you expected, am I right? But he's doing great. Only, he's not here. He's with the people pulling the strings. Так. God damn it, you mercenary motherfucker. Where is my son? What's the cliche? So close, but yet so far away? That's Sean. But don't worry. You'll die knowing he's safe and happy. A bit older than you expected, but ah well. At least he's in a loving home. The Institute. Так. So where is it, huh? This Institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the Institute. The Institute finds you. You open the closet. It's just a closet. You can never find the monster that hides inside. Not until it jumps out at you. But I think we've been talking long enough. We both know how this has to end. So, you ready? Так, думаем, он, я вижу, за нами синт встал. Ты готов? Так, я хочу его убить, конкретно, так сказать, за жену. I'm going to make you suffer. Сейчас мы их укатаем тут. Сначала синтов. Ник-ник-ник. Ух ты, блин. Вот это я подлетел, конечно. Вот это у меня руку-то оторвало. Ну ничего, сейчас. Сейчас мы ему покажем. Сейчас я толстяка-то как достану, как шмальну туда. Ну, собственно, мы начали с того момента, где я достал толстяка. Сейчас выкинем еще пару вещиц быстренько тогда. Отсюда вот сразу шоковый пруд. Пистолет, пулемет. У меня их два почему-то. Один я оставлю здесь. Осколочная мина. Так, короткий. Короткий институтский пистолет. Карабин институтский. Собственно, тоже выкинем. 245. Собственно, они все занимали место. Оставим их здесь. А потом продадим. Знаете что? Я поставлю толстяка сюда. Куда-нибудь в быстрый доступ. Вот, например, в шестерочку. И мы разнесем сейчас там все нафиг. Моментально. Okay. Только сейчас придется снова с ним разговаривать, но мы пропустим диалоги, так как уже видели, что в них будет. Let's talk.
надо убежать оттуда сразу будет. Так, чем мы там нажимали? Where is my son? Sean's a good kid. God damn it, you mercy. What's the cliche? But don't worry. Yeah? So where is it, huh? Haven't you been paying attention? You open the closet. But I think we've been... I'm going to make you suffer. Engaging hostile... Suffer, bitch! Так. Чё, полетел? Бабах! Ё-моё! Вот это там бабахнуло. Так бабахнуло. Все, достаем наш автомат и убиваем всех. Вот так вот. Да что ты будешь делать? Вы посмотрите. Он там с пару патронов нас убивает. И почему-то очень странно, что нету здесь сохранения. О, сохранение последнее вот. Я этого стека достаю. Что ты будешь делать? Так, ну-ка пойдем, ты давай там не мухлюй только. Толстяк. 6. Опять эти боеприпасы, сейчас сохранимся перед тем, как будем туда заходить. Sweet. Так, ну okay. Давай. Очень странно, что здесь нету контрольной точки. Здесь вот сохранимся. God damn it, you. What's the cliche? But don't worry. So where is it? You open the closet. But I think. Yeah. I'm going to make you. You must. Так, уходим оттуда. Сначала вольнем синтов, которые нам мешают. Почему-то у меня не стоит коктейль Молотова. Я же ставил. Да что ты будешь делать? Ну ё-моё, вот опять. Как-то непонятно вообще эта ситуация здесь. God damn it, you mercenary. What's the cliche? But don't worry. So where is it? You open it. But I think we... I'm going to make you suffer. Suffer. Хорошо, что все-таки пошли с Валентином все. Почему-то... ХП вообще моментально уходит. Сейчас запустим толстяка туда еще. Да что ты будешь делать? Еще и не бежит, смотрите. Я нажимаю бежать, а он не бежит. Келок, давай. Я жду тебя. Выходи. Ну же. Убить Келога. Вот так вот. Понормали его на мясо. Конкретно даже. В лицо ему даже не посмотреть теперь. Потому что раскидала ему ошметки. Так, ты там, Валентин, давай поднимайся тоже. Хватит валяться. Все. Чуть не умерли опять, конечно. Ядерная батарея, патроны. Так, нужно что-то съесть.
Апельсин, так арбуз. Тут что такое? Барашка, вообще все едим. Миски, водка, жевательные пастилки, чипсы, мясо. Радиация просто зашкаливает. Так, ну и все, на этом месте остановимся. И в следующей части мы уже узнаем, что у него тут было в компьютере Келлога. Требуется ключ. Ну и самого его обыщем. Вот у нас Ник тут сел отдохнуть, посмотреть в монитор. Собственно, пьет кофе, наверное. И Келлога мы размазали хорошенько. Ну, после того, как он нас убил несколько раз. Все-таки не зря там толстяк лежал. Вот его голова. Рядом ее положим вот сюда. Вот это будет красиво, да. Хорошо. Нет, а так нехорошо. Ну и как-то... Вот так вот хорошо. Подопнем ее, наверное, наверх. Все-таки нет. Ну-ка на кучку. Я хочу, чтобы она на кучке была здесь. Что ты будешь делать, а? Ну хотя бы сбоку. Так. Вот. Нормально. Вот так красиво. Ну все. На этом останавливаемся прямо вот здесь. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Всем пока.